Привет, болельщик Спартака. А знаешь ли ты, что вдоль ночных дорог за твои легенды Квинси Промисом бежит нидерландский суд, не жалея ног? И въебывают ему 7,5 лет. В общей сложности колонии, блять. 1,5 года за поножовщину. 6 лет. 6 лет. За наркоту. Твоя легенда Квинси Промес заморался по полной. Просто заморался по полной. И теперь, кто будет что-то там говорить про легендарность этого гандона, Квинси Гандона Промеса, просто посмотрите на приговоры нидерландских судей страны, из которой он родом. Этот уголовник не заслужит вообще остаться в памяти болельщиков, в памяти зрителей футбольных. Этот уголовник заслуживает топтать зону. И вернулся он в Спартак не чтобы править, а чтобы не сидеть на зоне. И о чем я и говорил, дорогие зрители. 2 года назад, когда Промес только возвращался, посмотрите, кто перед вами. Промес! Перед вами уголовник, по которому плачет шконка. Теперь уже официально 7,5 лет. У меня просто нет слов. Это казнь. Это казнь всего, на что краснобледные дрочили все это время. Ваша легенда, уголовник, теперь уже безапелляционно.